Доброе утро! У нас такие облака красивые. Два или три дня у нас лил дождь. Как вам наша погодка? Говорят, это надолго. Но, по крайней мере, есть чем дышать. И вот такая темнота у нас в квартире целый день. С самого утра. Сегодня у меня день попы. Меня задолбала уже эта попа. Как я только забиваю на тренировки, она у меня обвисает. И причем так некрасиво. Я знаю, что обвисание красивым не бывает. Хочется, чтобы это хоть на дольше чуть-чуть оставалось. А так получается, блин, нужно заниматься хотя бы раз или два в неделю, а я уже не занималась, ну, чтобы не соврать, недели полторы, наверное. Сами понимаете, да, какая там попа. Вот такая красота у нас сейчас. Захотела перекусить. Закрою. Обычные ржаные отруби, фирма ОГО. Они выглядят, кстати, вот похоже на какой-то наполнитель кошачий для туалета. Очень люблю именно вот кефир и вот эти отруби. Из сладкого я ем только сырки от Лукоморья. Это у нас творог, и он гадкий, он очень кислый. Ну, может быть, кто-то такой любит, я не люблю. Я люблю более такой насыщенный, молочный, такой, может быть, даже где-то чуть-чуть жирненький, потому что такой творог полезный. Обезжиренный творог лучше не есть. Ну, конечно, если вы на диете, то тогда да, я, допустим, не на диете. О, боже, это свершилось. Кстати, я вчера взвесилась 49 килограмм 800 грамм. Я так расстроилась. Первый раз в жизни, когда я стала на весы, посмотрела на свой вес и расстроилась. Но расстроилась не потому, что я вешу якобы много, а расстроилась потому, что я вешу мало. И вот я наедаю. О, у нас еще так холодно. Я все время завернута в плед. Я позанималась. И да, это мой коврик на данный момент. Сделала тренировочку на пресс. У меня еще гора вещей чистых, которые нужно сложить. Затеяла чистку лица. Использую вот такую вот маску увлажняющую от Skin Light. Пока еще сырая послетренировочная еда. Уже совсем готовая еда спортсмена. Спрашивали, почему подключили машинку в общую канализацию. Сама канализация не закрытая у нас. Вонять будет. Нет, на самом деле не воняет. Я эту дырку заткнула тряпкой. Вот если видно. Потому что если не затыкать тряпкой, то получается шланг все равно дергается. Рано или поздно может выскочить, опять здесь все затопить, мне это не нужно. Да, и были вопросы по поводу машинки, я ее отодвинула, так как хозяева так и не пришли. Какие-то они у нас странные, если честно, они обещали кое-что из посуды, в общем, кастрюлю, так как у нас такого ничего нет. Ну, мы особо и не заморачивались, не покупали, потому что во все квартиры, куда мы въезжали, это все было. Они обещали нам кастрюлю, приехать, установить машинку, взять какую-то резинку и на нее якобы поставить машинку. Как я уже говорила, никто не приехал. И, соответственно, машинку я отодвинула чуть-чуть туда. Но она сама стоит, она не шатается. Она довольно-таки хорошо, устойчиво, в принципе, стоит и стирает. Она не впритык к унитазу, даже не впритык к самой ванной. И когда она стирает, она об них не бьется и не дотрагивается даже до них. Но хозяева, конечно, недобросовестные. Зачем просто тогда обещать, если вы не хотите, либо не можете этого выполнить. Татен Татенович, я тебя не могу добавить в свой список Google Plus. У меня просто неактивна кнопка добавить. У тебя, наверное, какой-то зашифрованный аккаунт
все равно ни на один твой комментарий ответить не могу. Короче, с твоим аккаунтом явно что-то не то. По поводу моих коротких видео. Интернет у меня хороший. Сколько у меня есть материала, настолько и выходит видео. Давайте, может быть, проголосуем, какой продолжительностью хотелось бы вам видеть видео. Тогда я буду приблизительно как-то снимать, может быть, чуть больше. Я напишу два комментария под этим видео. 10 минут, либо 6 минут. Давайте просто лайками вы поддержите какой-то из комментариев. И таким образом я буду знать, какую продолжительность хочет большая часть из вас. Кирилл Леньков. Я уже писала тебе об этом. Скажу еще раз, что следи просто за видео на моем канале. Видео по твоему запросу обязательно будет. На это нужно выделить день. Тупо на то, чтобы отснять это все, а потом еще этот материал обработать, смонтировать. На это нужно время. Я понимаю, что тебе очень хочется, но у меня тоже есть отснятый материал. Чтобы сказать о том, что есть бесплатные какие-то автобусы у нас в Воронеже, я могу и так, допустим, написать ихнюю нумерацию и определенный какой-то маршрут, к примеру. Но если ты хочешь именно полноценное видео, то на это нужно время, на это нужно убить целый день и, соответственно, показать какие-то достопримечательности, которые ты мне описал, как ты говоришь, маршрут целый мне описал, то на это не час уйдет, как ты пишешь, а намного больше. Друзья, спасибо, кстати, кто поддержал меня с моей покупкой камеры. Сейчас на нее каждый влог снимаю. Есть, конечно, свои недочеты и недостатки, но это во всех камерах так. В Легре Мини тоже меня кое-что бывало не устраивало. Ну а у меня передышка от монтажа. Ох, дынька и YouTube. Фокусируйся. Ну. Да, поддерживайте меня хотя бы пальцами вверх, комментариями тоже вариант.